У Декаприокски спонтанная очередь, как будто за билетами на танцы. Но нет, специально для жителей микрорайона здесь установили большую палатку МЧС. Это новый пункт экспресс-тестирования на COVID-19. Его актуальность прямо-таки зашкаливает. У меня дочка приболела. Ну, мы просто были рядом, ребенку надо погулять. Видели объявление, то, что должны были открыть. Поэтому пришли сюда. Я уже болела. Так что все нормально пока. Для проверки, для самоуспокоения и успокоения коллег на работе. Проходя мимо него вчера вечером, увидел вот то объявление. Когда ты заболеешь, действительно тебе нужно сдать тест, ты с поликлиники не допросишься. Готовый пример мой. Летом мы заболели, в августе у мужа взяли тест, потому что у него была температура. Его положили в больницу, я дома одна с детьми, я теряю обоняние, я понимаю, что я начинаю задыхаться, температуры нет. Поэтому такие пункты, на мой взгляд, да, нужны. В мобильных пунктах работают как врачи и медсестры из поликлиник, так и медики-волонтеры. На время пандемии наравне со всеми работают и студенты. Именно они взяли на себя большую часть медицинского функционала. Спрос населения Рязани очень большой, и обслужить два района, да, который стоял у нас на ЗАГСе, на Московском, ну просто физически невозможно. Поэтому открыли здесь. На данный момент у нас находится медсестра 5-й поликлиники, студенты медицинского университета и студенты медицинского колледжа. По очереди мы запускаем человека, после чего берем его необходимые данные, да, личные данные. Он подписывает соглашение о добровольном согласии на проведение манипуляции, после чего проводит самотестирование. В случае, если ПЦР-тест положительный, то медики направляют пациента в поликлинику для лечения. Если состояние больного ухудшается, то врача вызывают на дом. Всего за 10 дней работы мобильных пунктов уже посетили около 11 тысяч рязанцев. На сегодняшний день 10 960 человек данные пункты тестирования. Всего их у нас сейчас уже получается 6, где наши граждане могут бесплатно пройти исследование экспресс-тест на ковид. Программа ОМС не позволяет делать тесты всем желающим, как говорится, да, только лицам с подозрением на инфекционные заболевания. Поэтому вот пройти бесплатный экспресс-тест, причем результаты экспресс-тестов приравниваются к результатам обычного ПЦР-исследования. И для населения это очень удобно. Я считаю, что это важное, тоже такое важное мероприятие в борьбе с пандемией. Напомним, что пункты в Рязани работают с 10 до 16.00 каждый день, включая выходные и праздники. Прием на тестирование в среднем 7-10 минут. Для прохождения экспресс-теста нужно предоставить всего лишь паспорт и СНИЛС. Как заявил недавно губернатор, экспресс-пункты будут работать столько, сколько нужно, до тех пор, пока в Рязани не зафиксируют спад заболеваемости. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».